Еще приветствую вас, возлюбленные Господом. Хорошо, что пришли, и мы имеем это общение сегодня. Хотелось бы действительно иметь не просто вот как богослужение, собрание, а именно общение, чтобы от сердца к сердцу, чтобы понимание у нас было, да? Чтобы действительно каждый почувствовал здесь присутствие Господа нашего. Оно незримо здесь. Потому что мы собрались здесь во имя Его. Я хочу прочитать одно стихотворение вот из этой книжицы. Брат наш Артемьев пишет эти стихи. Они такие простые очень, ну, меткие очень, на злобу дня для человека. «Добрый самарянин» называется это стихотворение. «На жаре в густой пыли дорожный человек израненный лежал. Шел, молясь священник, осторожно. Обошел и путь свой продолжал. Шел левит и песни Бога славил, но и он страдальцу не помог. И в пыли лежать его оставил, продолжая петь: велик наш Бог. Лишь язычник, бедный самарянин, поспешил упавшего поднять. Гной очистил, лил бальзам на раны, уложил на чистую кровать. Я лежал в грязи, избит, изранен, мимо шли священники толпой. Но явился добрый самарянин, ты его послал, спаситель мой. Сколько в мире на меня похожих изнывают от смертельных ран. Удали от них левитов, Боже, и пошли им добрых самарян». Слава Господу! Вы знаете, я уже был здесь 3 года назад, вот в этом же зале, эти же такие же столы стояли, многие, может, помнят меня, да? Но все же я поделюсь свидетельством, свидетельством милости Божьей, как Он нашел меня, не я Его нашел, а Он меня нашел, хотя и я искал Его, хотя не знал, что Бога ищу. Я родился в семье неверующих, мы с мамой вдвоем жили, отца своего не знаю, ну, отчество, по отчеству могу определить, что его Василием, наверное, звали. Вот. Жили мы так, неважно, мама старалась работать на 2-3 работах, ну, чтобы мы лучше жили, вроде двое, а все равно неважно. Но дело в том, что она была несчастным человеком, она одиноким была, не могла жизнь свою устроить и горькой заливала свое горе, пила. И знаете, все деньги, что она зарабатывала, практически туда и уходили. И дома чего только не, можно было не увидеть. Мне лучше на улице было, чем дома очень часто. И знаете, улица сделала свое дело уже там с 8-9 лет, уже и курить начали мы там, и выпивать начали уже с более старшими подростками, с моими ровесниками, воровать начали. В 14 лет меня уже посадили на скамью подсудимых за воровство с группой таких же подростков, как и я. И дали 3 года. И вот эта первая судимость, она как-то не напугала меня, не образумила. Потому что с некоторыми так бывает, со мной так не было. Я вот этой воровской романтикой уже был заражен до тюрьмы, потому что мы общались и со старшими уголовниками, которые уже посидели в тюрьме, которые были все в наколках, которые в какой-то мере нас использовали и в то же время нас учили чему-то, да, и когда я пришел на малолетку, я уже много знал. И знаете, после этой первой судимости была вторая, третья, четвертая судимость. Знаете, как у многих бывало? Бывает и бывало там в Советском Союзе. Стоит раз и пунуться, удержаться уже тяжело. А я и не удерживал себя. Не удерживал. И вы знаете, ну что в тюрьме можно приобрести? Туберкулез. 10 лет болел туберкулезом, оба легкие были поражены. Лучше никогда не становилось мне, потому что образ жизни был нездоровый. Я к нему как здоровый и не стремился образ жизни. Вот. Наркотиками развалил печень свою, испортил ее напрочь. К наркотикам пристрастился там же в тюрьме, потому что на свободе не бывал практически. Дни, месяца. Вот. Первый раз там укололся и больше уже не остановился. Ну, было и нечто хорошее в моей жизни. Мне было тогда 20 лет. Я второй раз уже освободился из тюрьмы. И вот в эти немногие дни, которые был на свободе тогда, я, наверное, неделю только гулял свободно, а потом уже, совершив преступление, хулиганство, я уже скрывался от милиции. И вот в это время, когда я скрывался, я познакомился с девушкой, Марина ее зовут, она жена моя поныне, слава Богу. Мы полюбили друг друга. Но меня поймали в конце концов. Я сидел в тюрьме, она мне родила сына. Я сидел в тюрьме, она мне второго сына родила. И вы знаете, это уже была третья судимость, уже романтика, она как-то выветрилась.
И много на своей коже уже испытал плохого, горя. И вот этот третий срок, мне особенно хотелось покончить со старой жизнью. Мне хотелось новой жизнью начать. Но вот единственным основанием для начала новой жизни для меня казалось, это моя семья. Это моя жена, это мои два сына, которые у меня. Действительно, ну, а больше у меня и не было. Я думал, вот мое основание, вот мой якорь, вот мое счастье. Мне бы только освободиться. С ними буду, никуда не пойду, никаким товарищам, никакой блат мне не нужен больше. Вы знаете, так и было по освобождению. Детей взял на руки. Ну, радость такая, действительно, и желание было такое хорошее. Вот. Но через неделю засвербило где-то там внутри. Ну, внутри, да, глубоко-глубоко где-то, куда ни руками добраться, никакой силы нельзя добраться. Я христианин уже 18 лет, уже вот в этом году будет 19 лет в августе месяце, как я принял Христа. Как Он родил меня, Бог родил меня, и я стал чадом Его, да. Сейчас вот глубоко в моем существе Христос живет. Вера спасающая наполняет мой внутренний мир, да. А тогда там не было Христа, и веры не было. Там грех был, вот там глубоко-глубоко. И вот эти искушения, они начинаются оттуда, вот оттуда. Сам не знаешь, почему тебе хочется. И здесь опять засвербило. Думаю, ну как так, как обо мне подумать друзья мои? Ведь они все-таки так заботились обо мне. Ведь мы дружили, ведь мы вот все-таки вот так вот солидарны. Говорю, пойду я все-таки поблагодарю их, объясню, что вот у меня семья, ну поймут же. Знаете, жена как чувствовала, говорит, ну не ходи, потом встретишь где-нибудь, скажешь, ну не ходи, Игорь, ну разве тебе плохо, вот дети наши, вот мы с тобой. Я говорю, не, пойду, приду скоро. Ну, практически этот поход еще одним сроком кончился, 5 лет мне еще дали. Ну, встретился с друзьями своими, то есть, ну с кем пуд соли съел в этой тюрьме, да. Разве я смог устоять от того, чем они занимались, да и самому мне. Знаете, оттуда вот из глубины опять захотелось всего этого. Дали мне тогда 5 лет, и я уже не питал иллюзиями свою душу. Я уже знал, что моя жизнь не изменится. Мне не видать этой новой жизни, потому что то, на что я надеялся, мне не помогло. Не удержало меня. Я разорвал отношения с семьей тогда по совести, потому что мне мучить не хотелось самых дорогих мне людей. Не хотелось мучить. Я уже не оправдал их одежды, да? Ну, надежды. И я знал, что я сижу и буду сидеть. Вот такое, ну, отчаяние как бы захватило душу, черное отчаяние, да. Жить уже не хотелось. Тогда жена как пыталась меня воодушевить, все-таки писала мне, Игорь, ну 5 лет это не 20, придешь, все нормально будет, у нас же дети. А я уже думал, что не будет нормально все, не будет, я ничего не могу дать. Я написал тогда одно письмо коротенькое, так написал и сказал, я умер, не пишите мне. Ну я действительно, знаете, вот. Я не только духовный был мертвец. Мы ведь все грешные, когда не знаем Бога, мы духовные мертвецы. А я еще и душевный мертвец был тогда. Все. Жизнь потеряла всякий смысл для меня. Если раньше я пытался истину найти, смысл какой-то найти в жизни, то теперь я уже ничего не пытался. Вот. Я не отвечал на ее письма. И в 90-м году к нам пришли верующие. 20 лет назад, в феврале месяце, в 90-м году, к нам пришли верующие в колонию туберкулезную. Это была новость. Потому что никаких верующих не приходило никогда к нам. Да и сейчас я это хорошо знаю, сам восхищаюсь подвигом веры тех, кто сидел за веру и жизнь свою отдал. Да? А тогда я ничего не знал, я же не верил в Бога. И вообще весь религиозный вопрос у меня вмещался в одну фразу – опиум для народа. Ну да, если кто-то говорил там «вера в Бога», думаю, ну люди придумали себе того, чего нет. Ведь для жизни нужна какая-то надежда. Даже ложная, но нужна, да, чтобы человек жил. Вот, думаю, у них ложные надежды. Чтобы дожить им, они вот верят в Бога вот так вот, да. И когда нам сказали, вот верующие пришли, идите с ними пообщайтесь, кто хочет. Это вообще впервые было. Потому что указ, разрешающий верующим посещать колонии, он вышел в 89-м году в конце, и вот в 90-м начале они тут же и пришли, эти верующие. И я так подумал, что это красные еще придумали. Вообще, я таким хулиганом в тюрьме тоже был. Вот бунтарем, хулиганом был, там по понятиям жил, с администрацией конфликтовал очень часто. Они нас ненавидели. Ну, наверное, мы их сначала ненавидели, потом они нас ненавидели, вот так вот, да. И я не мог поверить, что вот от них к нам что-то доброе может прийти. Вот они к нам пустят кого-то. Да никого они к нам не пускали без своего умысла, никогда. И здесь я так думал. Точно так же. Подкупили, подговорили, какая-то вот
акции против нас опять. Я пошел на эту встречу, ну, чтобы разоблачить этих верующих, чтобы найти ложь. Думаю, если она там есть, так я ее все равно обнаружу, эту ложь. Вы знаете, но за эти 2 часа встречи с верующим я лжи не обнаружил. Не обнаружил, я встретился воочию с любовью Божией. Я встретился с добрыми самарянами, в глазах которых действительно любовь была. Нас трудно было обмануть. Но я чем больше наблюдал, чем больше в глаза им заглядывал, чем больше слушал ответы на вопросы. Вообще, я же был там, и все, что касалось нас от них, то есть я все улавливал, понимаете. Нас обмануть было невозможно практически. Вот. Я встретился с любовью. Я встретился с самой жизнью, в их глазах эта жизнь была, в их отношениях к нам было. Никто к нам так не относился, ну, по крайней мере, ко мне так. Ну, разве друзья только? Но мы-то друг другу помочь не могли, мы в одних обстоятельствах были и в одних грехах утопали. А эти люди какие-то необычные, они какие-то чистые пришли, наивные какие-то пришли. И вот так прям к нам, ну, по-русски говоря, лезут прям к нам в близость с нами. Я помню, когда я 3-й срок освобождался, уже туберкулезником был, как от меня родные вот так за километр обходили меня, чтобы только не заразиться от меня там, да? А эти ничего не боялись. Ни туберкулеза не боялись, ни наших насмешек не боялись. Знаете, не отвечали на зло злом. Утрутся так, потерпят вот наше ерничество, там вот это наше хамство, вот это, да. И опять нам, ребята, Бог любит вас. Вы знаете, я мало тогда что понял, вот из того, что они говорили о Боге, но я увидел их. Наполненный трагизмом, он уверовал в сталинских лагерях, куда попал вообще по навету, как враг народа, хотя им не являлся. И вместе с женой еще вдобавок, да? И там, в этом отчаянии, в этой безысходности, да, в этом, как бы сказать, вот, ну, озлоблении даже каком-то, да? Он встретил верующих людей, которых много сидело тогда в сталинские времена. И они привели его к Богу, там, в лагере. И жена его тоже, когда они освобождались после смерти Сталина, тоже верующий стал. Вот он рассказал это все. И все, лучше людей для меня нет. Я смотрю, думаю, неужели такие люди есть? Я столкнулся с настоящим, чего душа моя до сих пор не нашла ни в чем. Я искал это настоящее, истину, в воровском искал ее, не нашел. Не нашел, потому что тогда, когда я уже познал это воровское, вот изнутри познал его, да, я увидел, что там нет чистоты, что там нет ни справедливости, нет ничего святого нет. Когда дело касалось личного, все по боку шло. Там был один эгоизм, одна гордость. Я не менял своих понятий, потому что их менять не на что было. Но я разочаровался уже в том, что искал. Попытался в философии поискать истину. И там тоже не нашел. Быстро очень понял, что это бред. Возвышенные такие дифирамбы, которые водят тебя по одному кругу, они ничего не дают тебе. Даже в оккультизм немножко погрузился. Опять искал смысл для своей души. Я в Бога не верил, но, знаете... Я с самого детства, с самого раннего детства не мог поверить в то, что мы однажды умрем и все. Прям до панического у меня такое, как все? Как все? Да нет, не все. Хотя взрослые люди говорят, да, вот все, пожил человек, умер, все. А я не верил, что все. Я всегда верил, что за порогом этой жизни что-то будет. И это что-то для нас. Но знаете, чем больше я приближался к смерти, а поверьте, смерть дышала мне в лицо 20 раз, наверное. Я не умирал, я был живой, но каждый раз я говорил, если это от наркотиков было, я говорю, ну, сердце у меня лошадиное, здоровое сердце, да. Где-то там, о, как повезло, там еще что-то, да. Вот. Теперь я точно знаю, что Бог меня хранил. Негодного, грешного, но хранил. Потому что Он любит каждого человека. И вы знаете, чем ближе я приближался к смерти в своей греховной жизни, тем больше я догадывался. Вот душа, она всегда догадывается как-то, да, интуитивно, но догадывается, что ничего хорошего меня там за порогом этой жизни не ожидает. И правильно догадываюсь, потому что каждого грешника там ад. Ад. Существование вечной погибели ожидает. И Бог долго терпит нас, он убеждает нас, Он терпит оскорбления от нас, вот эти грехи терпит от нас, да, но не желает погубить. Он пробивается до нашего разума, до нашей души, чтобы мы все-таки обратили внимание на Него, да, и увидели, что Он любит нас. Любит. И во всем это видно, что Он любит. И вы знаете, вот тогда, после этой встречи с этими людьми, что-то вообще во мне надломилось такое, да. Я не уверовал тогда, но
я почувствовал, что все-таки вот это настоящее есть, того, чего я не нашел. И здесь, именно на земле. Я тогда сам себе сказал, я об этом должен узнать все. О христианстве. Потому что встреча с этими людьми показала мне, что я ничего не знаю об этом, оказывается. Они нам пообещали Новый Завет дать, а ну, не дали Новый Завет. Они сказали, читайте Новый Завет, они дали. У них не было Нового Завета. У них была одна Библия на двоих. Но они сказали, в следующий раз, если мы придем к вам, нас пустят, мы вам постараемся принести хоть несколько этих Новых Заветов, передать вам, да? И я ждал с нетерпением встречи с этими людьми. И не дождался, знаете. Мне очень сильно хотелось с ними, ну, им вопросы еще задать, но еще больше мне хотелось Новый Завет у них получить. Потому что надо мне было разобраться. Я хотел сам разбираться с этим. Думаю, если ложь, то вышвырну, как и много вышивался. Если это истина, она мне нужна. Через два дня после этой встречи с верующими нас с приятелем осудили на тюремный режим. Ну, это самый такой ожесточенный режим в тюрьме для хулиганов. И увозят в тюрьму строгую, изолируют. И вот я подпал по такую статью, меня увезли в эту тюрьму. И вот пока я ехал туда, у меня такое огорчение. Просто это самое большое, вот что было у меня, это огорчение, что я с этими людьми не встретился. И еще больше огорчение, что я Новый Завет не мог у них взять. Вот. Но когда я приехал в эту тюрьму, там по дороге я спрашивал, есть Новый Завет у кого? Ни у кого не было этой книги. Когда в тюрьму приехал, там Новый Завет нашел в камере. Знаете, христиан туда не пускали, но им разрешили Новый Завет передать. И они их передали. Эту книгу жизни, это Слово Божие, да? Которое вообще, ну, оживает, когда у человека интерес к этому есть. Когда он не праздно берет ее в руки, да? А когда он начинает думать о своей душе, о будущности. Когда он начинает думать вообще о смысле жизни по-настоящему. Это слово оживает. Оно всегда живое. Только мы не так смотрим на него. Вы знаете, у меня был интерес. Очень сильный интерес был. И это слово начало открываться. И мне ничего уже не надо было, кроме этой книги. Как они только появились, он последний раз обязательно. И он не кончается. Последний раз. А здесь наркотики пришли, я даже не подошел. Там, где их делили. Нет, они не торопились делить. Они знали, что я должен был там быть. Я должен был делить эти наркотики. А я не подошел туда. Они смотрят на меня, говорят... Че, колоться не будешь? Я не буду, и вам не советую. Ну, я хотел уже что-то доброе им сказать, но больше, они говорят, ну ты даешь, с ума сошел. Курить бросил, колоться не будешь. Матом перестал ругаться. А я уже тогда язык свой кусал, когда у меня нецензурное слово вылетало. Но раньше-то мне нормальные слова и не нужны были. Когда ты всю жизнь в тюрьме сидишь, зачем они тебе нужны, нормальные слова? А когда я начал читать Новый Завет, мне стыдно стало за эти слова. Стыдно. Я понял, что я не только, ну, как бы себя оскверняю этими словами, что я людей-то оскверняю, когда вот произношу их. Я кусал свой язык, я молился Богу, просил, Господи, избавь меня. Он избавил меня от этого. Избавил от этого. Тогда я начал молиться свою жену, своих детей, потому что понимал, я теперь не только отец, не только муж. Я теперь должен и о Боге им рассказать. Смысл пришел в мою жизнь, Христос пришел в мою жизнь. Господь вернул мне по освобождению моих самых дорогих людей. Жена тогда... Ну, первое, что она мне сказала тогда, ну, конечно, радостные встречи, все, она рада была, очень рада была. Но она так мне сказала, Игорь, ты с своей верой ко мне не лезь. Я верующий. Тут уже я родился. Я говорю, почему я не знал, что ты верующий? А говорит, а что об этом говорить надо, что ли? Я говорю, Марин, ну, давай, расскажи, как ты веришь. Погоди, сейчас. Немножко сосредоточилась, память напрягла и так. Как из пулемета мне, две молитвки такие наизусть. Быстро-быстро, чтобы не сбиться там. На одну я узнал молитву, Отче наш, она в Библии там. Я ее сам наизусть уже знал, эту молитву. А вторая, Богородица, Дева, радуйся, вот это, такая. Она оттараторила, говорит, ну что, нормально. Я говорю, слушай, все, что ли, надо? А что еще надо? Мама меня в детстве научила, говорит, чтобы я молилась всегда, вот так, когда заболею, там, дети болеют. Я была... Знаете, ну, любимому человеку, я думаю, что вы понимаете меня, верующие, да? Что любимому человеку, вот счастье, ну, когда ты им обладаешь, хочется и ближнему, прям руками хочется его затолкать, это счастье, побыстрее, да? Ну, ведь нельзя руками-то его, нельзя... И я тогда, понимая, что Бог со мной так не поступал, я сказал, Марин, я не буду лезть к тебе со своей верой. Я не буду. Я просто буду верить и молиться за тебя. Она говорит, молись на здоровье. Ну, через 2 года она уже сознательно принимала крещение.
во имя Господа Иисуса Христа, читая Новый Завет. То есть, ну, моя вера как-то воздействовала на нее, обличала даже. Потому что она видела, как я отношусь к Библии, что я без нее жить не могу. Она видела силу для исполнения заповедей в моей жизни. А у ее, да какая сила там могла быть? Вот так. Были, конечно, и конфликты. Не бывает такого, что когда верующий, неверующий. Но мы любили друг друга. А самое главное, что Бог любил нас. И Он все привел в согласие. Господь нам еще 4 детей дал. В нашей семье 6 детей. 16 лет назад Он призвал меня на служение. Пресвитера, то есть пасторское служение, вновь образованной церкви в нашем городе. У нас в городе Дзержинске, Нижегородской области, не было ни одной церкви. Город без истории такой, хотя большой город. В свое время согнали там с Мордовии, соседней республики, с Чувашии, с Татарии, вот с деревень русских согнали людей в сталинские времена и на пустом месте город построили. И практически в Советском Союзе это был крупнейший индустриальный химический центр Советского Союза, Дзержинск. Вот. Он уже давно-давно входит в десятку самых неблагополучных городов мира. Ну, там экология очень. Там говорят, мужчины до 45 лет живут. Мне 48. Ну, когда говорю это, некоторые говорят, ну, ты там в тюрьме 14 лет просидел, не считает. И знаете, вот не было у нас ни одной церкви, даже православной не было церкви. Город опекался органами так вот очень сильно. Хотя верующих было несколько вот... Старец. Несколько старец, которые в Нижний Новгород ездили, там, в старую церковь. И Господь образовал церковь 16 лет назад. И с самого начала, знаете, образование церкви, хотя еще до этого, когда я только обратился к Богу, когда я перед крещением, когда я готовился к крещению, крестился, я молился Богу всегда и говорю, Господи, дай мне войти в каждую зону нашей страны, дай мне... про тебе рассказать таким же, как и я. У меня страстное желание было. Меня не надо было заставлять. Вот малейшую встречу с кем-то я использовал, лишь бы рассказать ему только о том, какой я счастлив и каким он счастлив может быть. Да? Вот. И с момента образования наша церковь тюрьмы начала посещать. Хотя их я начал посещать еще до образования нашей церкви. С 93-го года мы уже там посещали в Нижегородской области тюрьмы. Тогда открыты были двери. Когда церковь образовалась, у нас еще больше возможностей появилось. То есть, потому что в тюрьму в первый раз мы пошли с одной старушкой, ей было 75 лет, этой старушке. Любовь Филипповна Плохенко такая. У нее папа тоже за веру в лагерях погиб. И, знаете, она однажды обратилась ко мне. Игорь Васильевич, вы со мной в церковь не пойдете, в тюрьму не пойдете. Она не из нашей церкви, она с Нижнего Новгорода. В церковь не сходите. Я говорю, да я уже пытался туда сходить. Я говорю, что-то меня не пускают. Она говорит, а не надо пытаться, я уже договорилась, все нормально, пойдемте. У меня такие вот пробивные способности у этой старушки были. И мы с ней начали это служение. Ну, а ее интерес был такой, у нее внук в этой тюрьме сидел. Вот. Внук наркоманом был, стал и в этой тюрьме сидел. Начали, и очень быстро к нам присоединились еще люди из церкви. Знаете, я сейчас знаю точно, что многие хотят служить, только не знают, как начать в это служение. Только не знают, к кому присоединиться. И когда появляется один или два человека, которые идут, да, им тут же кто-то присоединяется, да. И у нас команда образовалась очень быстро. А потом уже начали люди в тюрьмах веровать, освобождаться, к нам присоединяться. Мы тогда посещали все колонии нашей области. Их 20 колоний у нас в области. В области только, да. Рядом соседняя республика Мордовия. Туда начали ездить. Там тоже все колонии были открыты. Там 18 колоний. Тоже там ездили. Пожизненно заключен. В Кировскую область. Когда мы познакомились с церковью на Лосинке, которая в Москве, тоже занималась таким же служением. Они даже, может, раньше нас начали, я не знаю. Но мы встретились уже как родные, вот так вот. И тогда уже с возможностями москвичей мы начали и по стране ездить, потому что, ну, вместе объединили усилия наши. Вот. Реп-центр нашей церкви существует уже 11-й год. То есть у нас не было еще дома молитвы, но мы уже купили домик и принимали людей, которым могли помогать. Зависимым от наркотиков, зависимым от алкоголя. Просто людям, потерявшимся в этой жизни. Одно только условие. Хочешь ли ты начать новую жизнь во Христе Иисусе? Хочу. Все, давай с вами. Вот тебе рука, давай с нами. Если не хочешь, ну мы тебя накормим, оденем, если можем, да? Ну, ты не можешь с нами оставаться, потому что ты не хочешь жить, как мы живем. Вот это наш принцип был, да? И, знаете, если раньше мы искали людей, ну, действительно, ходили, но мы и сейчас ищем их. Сейчас ищем. И здесь, в Германии, ищем с братьями, когда есть возможность. То, по сути, я скажу, как есть. Сегодня нам не надо искать людей, они нас ищут. Они нас ищут. Знаете, один верующий, очень известный брат,
благословенный в Церкви Божией, по-моему, Веслеевым. Он однажды сказал такую фразу, говорит, нам не надо бегать за людьми, нам не надо людей собирать. Нам надо быть ближе к Богу и гореть. И тогда люди придут посмотреть, что такое горит. И сегодня действительно люди, матери звонят, родители звонят, в очередь стоят. Ну, да некуда мы набиваем. Наши возможности используем. Но иногда и возможностей наших не хватает. Сегодня мы расстраиваем наш центр уже вот второй год. Хотим в три раза больше его делать. Вот второй этаж уже начали строить. То есть только потому, что людей хоть отбавляют, понимаете? В России сегодня больше 100 реабилитационных центров. Церкви, которые раньше вообще слышать об этом не хотели, об этих уголовниках, об этих наркоманах, сегодня эти проблемы коснулись их. И сегодня даже самые такие суровые церкви, и они даже финансово поддерживают эту вот работу или еще что-то, да? Вы знаете, вот я прочитал эти истории. Помните, о чем я прочитал в самом начале? На самом деле это так. На самом деле это так. Знаете, есть самаряне в церкви, а есть люди безразличные, только думают о себе. Ну, я живу, вот Христа жду. А вы знаете, надо задаться вопросом, а Христос придет, и Он оценивает, как нас будет каждого? Или не будет Он нас оценивать, братья и сестры? А? Он будет нас оценивать по вере. По вере. А Господь нам только одну веру дал. Только одну, которая действует любовью. Любовью действует. Как мы можем узнать о любви? Мы смотрим на нее, неужели мы не понимаем любовь? Кому Он пришел? Он к падшим пришел. Он пришел к погибающим. Он пришел к тем, кому уже руку никто не подавал. И даже те, кто много о себе думал, они говорят, как ты с ними общаешься? Он говорит, а я для них пришел. Нет, он и для этих тоже пришел, только эти не сознавали ничего. И Господь Иисус Христос тогда, уже 2000 лет назад, Он церкви об этом говорил, Он ученикам своим об этом говорил. Бойтесь закваски фарисейской и саддукейской. Он знал, что в веках эта проблема будет в Церкви Божьей. Я еще чуть-чуть займу времени, потому что брат один из наших не хочет сегодня свидетельствовать, хотя я думаю, поделится все равно. Когда я пришел в церковь новым человеком, я еще 5 минут займу. Потому что, думаю, сегодня это важно. Бог побуждает меня об этом сказать. Когда я пришел новым человеком в церковь, меня приехали встречать приятели в тюрьму. Я их отправил в одну сторону, сам в другую. Я знал, что мне надо верующих найти. Я нашел верующих. Не в своем городе. Я не поехал в свой город, потому что боялся потерять то, что имею. Я знал, что мне надо утвердиться в вере где-то там, где меня не знают, но где есть верующие. И я нашел такое место. Я не буду называть церковь, я не буду называть это место. Но вы знаете, я пришел в церковь, со мной беседа была. Я пришел к своим, потому что я по Библии знал, что у меня есть братья и сестры, да? Ну, полгода я ходил в эту церковь, со мной никто не общался. Я ни с кем не общался. Вы знаете, я не хочу сказать, что гордость мною буяла. Обида была, не обида, а огорчение очень сильное было, да? Но я стеснялся начать разговор. Если кто-то со мной начал разговаривать, ну просто по душам, да, я бы вылил всю душу ему. Потому что, ну действительно, так томилась она, да. Я принял крещение там, да. Я задавал себе потом вопросы, почему я не ушел. А я возрожденный был, куда мне идти было? Они верили, как я верил. Куда мне было идти? Вы знаете, когда я принял крещение, когда у меня уже появилось общение в этой церкви, я знал, что мне надо ехать домой, потому что у меня там жена, дети, потому что у меня там мама жива еще была. Мама тоже, кстати, уверовала, слава Богу. Она сейчас на небесах. Я поехал домой. У нас в Дзержинске не было церкви. Я поехал в Нижний Новгород в церковь. Она там старая церковь. И 95 лет было недавно. И я после служения подошел к пресвитеру, молодой христианин, принявший крещение, член тела Христова. Я отрапортовал, я говорю, я член тела Христова. Приехал на постоянное место жительства в свой родной город Дзержинск, это 30 километров от Горького. А, крещение принял там-то, вступил в завет с Господом, ну, отрапортовал. Пресвитеру меня спросил, где? Я говорю, ну там, да, знаю эту церковь, да, богатая. Ты из Дзержинска, что ли? Да вон там они из Дзержинска стоят. Отвернулся и пошел. И вы знаете, то же самое чувство, что там и здесь тоже. Не, я подошел к тем, куда он меня направил. Там была небольшая группа людей, вот старец стоял. И один молодой брат стоял. Он мой ровесник был тогда. И вы знаете, мы сразу с ним нашли общий язык, потому что он тоже хотел тюрьму посещать, он тоже хотел вот этим служением заниматься. А я же молился об этом, да? И мы с ним тут же подружились.
Но он на то время уже был еретик. Он впал в грех, и через грех потом ересь принял. Это я уже потом, через год узнал только, да? И целый год мы с этим братом дружили, общались и даже служение несли. В церкви знали, в какой ересе он находится. Никто мне об этом не сказал. Сам я замечал это, да? Но вот та же солидарность опять. Этот человек мне говорил, когда он делал что-то не так, я обличал. Говорю, ты что делаешь? Он говорит, как хорошо, что ты со мной. Если бы тебя не было, я бы такого натворил. И знаете, мне его покидать-то нельзя было, этот человек. И опять меня солидарность какая-то держала. Пока я не бесил, да нет, но Господь забрал у меня силы. Потому что Бог ему условия не давал силы, мне давал силы. А он рядом всегда, он был сильный организатор. Но потом Господь забрал у меня силы. И мы вынуждены были на время расстаться. И в это время Господь начал открывать мне все. Я все понял, я все увидел. Бог не наказывал меня, просто открывал мне глаза. Мы с ним расстались потом. Конечно, потом у меня и в Нижнем Новгороде братья были, соратники, друзья хорошие, да? Но я почему это все рассказываю сегодня? Знаете, Господь тогда проговорил мне очень ясно и сильно. После всех этих событий, первого события, второго события, да? Он мне тогда сказал, я тебя не оставлял. И действительно, когда у меня не было общения с моими братьями и сестрами, с христианами, Бог действовал могущественно. Вот мне стоило подумать, я еще боялся, стыдно мне было просить у Бога, а он мне уже давал. Вот так он заботился обо мне. И он говорит, я тебя не оставлял. И второе, что он мне сказал тогда, ты так не поступай. И вы знаете, сейчас уже много лет, ну, по крайней мере, на мой взгляд, служу Богу, как могу. И часто тоже хочется пройти мимо, знаете, свои заботы, свои устремления, силы, наверное, не хватает. Но каждый раз Господь напоминает, ты так не поступай. Вы знаете, Господь жизнь свою отдал. Он все свои силы отдал, но не изнемогал. Ему было неприятно на этой грешной земле, но он оставался, чтобы совершить это дело, умереть за наши грехи, чтобы дать возможность спасения каждому человеку. Он отдал свою жизнь. Неужели мы не должны следовать его примеру? Сколько нам еще осталось здесь? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть Господь придет. Да, и мы должны дорожить время. Мы не должны жалеть самих себя, потому что есть тому, кто нас жалеет. Братья и сестры, счастливее нас, верующих, на этой земле нет никого. Согласны или нет? Да. Да. А в ком еще, кроме христиан, живет Дух Святой? О ком еще, кроме христиан, Господь заботится, как о своих детях? Кому Он небеса обещал? Кому Он дом на небе сотворил? Кого Он бережет, заботится, воспитывает? Нас. Нас. Как же мы с вами призваны жить до последнего вздоха на этой земле? Неужели для себя? Нет, не для себя. Господь уже тогда, 2000 лет назад, и через апостолов сам говорил, отвергни себя. Он уже тогда говорил, чтобы мы оставшееся время во плоти жили уже не по своим плотским похотям, а для того, кто умер за нас и воскрес. И дай Бог нам жить любовью, чтобы в это последнее время любовь в сердцах наших не угасла. Будем хранить свои сердца и будем любить. Не будем проходить мимо тех, кому хуже, чем нас. Аминь.